Добрый день, с вами вновь Фарух. В этом уроке мы рассмотрим пример размытого фона, то есть придадим эффект глубины. Что нам для этого потребуется? Значит, открываем фото и выбираем инструмент маска. Для выделения объекта нам потребуется инструмент кисть. Выделяем объект. Значит, выделили девушку. Далее нам нужно выделить фон. Отключаем маску, и фон у нас выделился. Далее нам потребуется создать слой, чтобы отредактировать его отдельно от объекта. Для этого нажимаем горячей клавишей Ctrl-G. Создает слой без нашего выделенного объекта. Далее придаем эффект размытия нашему слою. Заходим в фильтр размытия. Есть множество видов размытий, нужные нам радиальные. Устанавливаем значение 20. Метод обычно стоит кольцевой, нам потребуется линейный. И качество хорошее либо наилучшее. Разницы особой нету. Жмем ОК. Вот вы видите результат. Фон приобрел эффект размытости, а объект остался в исходном состоянии. На этом урок окончен. Всем спасибо за внимание.